Андрей Карпов и Ольга Бузова. Пасодобль. Пара номер 8. Восьмерка. Бесконечное обаяние Ольги Бузовой и Андрея Карпова. Ну, мне очень понравилось. Что-что, Оль, нет, вы никуда не падали. Шш, говорит Андрей. Оль говорит, я упал или мне показалось? Андрей, шш. Это значит, что упала, но говорить не надо. Оль, очень идет... А, это я, Оля. Очень идет вам этот образ. Прическа. Макияж. Вообще, само очарование. Выпрыгнули прям так. Это спасибо большое родителям и стилистам. Ну, родители над вами поработали еще в детстве, так сказать. Прическа, да. А, в смысле, что родители вас причесывали? Нет, родили меня такой. Так я же, слушайте, они вас родили и перед предыдущими танцами, а вот этот мне понравился больше. Меня прям похвалили за прическу, за макияж. Да, да, не, ну, слушайте. На самом деле, вот вы сказали про образ. Если честно, в этот раз я пыталась поработать над образом в том числе. Потому что я всегда играла снежинку, снегурочку, елочку. Это где, в доме 2? Не, ну, в детском садике, в школе. А, ну, а то, в с чем 2? Я... В доме 2 я играю немножко другую. Да, там иголочки с елочки. Да. Так, так, так. Оль, а вы уже изучаете какие-то языки? Вы какие языки знаете? Ich spreche ein bisschen Deutsch. I know English. Oh mein Gott. Аж сопранто литувишки. А, бет не сопранто как албу? Жень кампампа, живген джерусси пахле в англе. Висогяро. Нет, я на литувишке. Ну я на литубишке перешел. Нормально, я. Аж мог я усилить литубишке. Извините, что мы немножко улетели в легком пасодобле. Но зато Егор уже улыбается. А это уже полдела. Потому что Настя все равно вас поддержит. Потому что если блондинка красивая не поддержит другую красивую блондинку, значит завидует. Поэтому она все равно поставит десятку. Правильно, Настя? Вот. А вот Егор, тут есть вопросы. Тут есть вопросы. У меня почему тоже есть вопросы. Почему он поклонник Дома 2? Он поддержит. Я поклонник Дома 2? Интересно. Он Дома 1. А что это такое, хочется спросить, извините. Ну, знаете, это... Что обычно рекламирует Максим вот так? Это с молоком матери усваивают у нас уже дети, что такое Дом 2. Ну, дети, может быть, но я уже вышел из детского возраста, поэтому давайте я лучше... Мы воспомним ребенка в фильме, вы такой были хороший. Егор, пожалуйста, про танец. Максим, что с вами? Ничего, просто я... Хорошее настроение, да? Мог я усилить. Давайте я вам испорчу его немножко. Не мне, Оле, чего мне-то, господи. Олечка, ты очень стараешься. И иногда вот это старание, оно идет нам, зрителям, во вред, потому что оно демонстрируется столь явно. Сейчас, подожди, не говори ничего. Что, не стараться нам, что ли? Я нет, не понимаю, стараться, господи. Стараться, стараться, безусловно. Просто, видимо, чувствовать себя увереннее. И мой совет профессиональный такой. Больше увереннее, Егор, ты чего? Мы зажгемся тогда здесь все. Зажжемся. Все сразу. Зажгитесь, Николай Максимович. Я бы... Я уже хочу, чтобы он загорел. Максимович, это не я. Я Максим. Чем он тебе мешает? Он постоянно все время комментирует все то, что я говорю. К месту и не к месту. Откуда сейчас, ты знаешь, когда не обращайте внимания, не слушайте. Можно меня послушать, пожалуйста? Да, вот Олечка, хочу я быстро. Совет. Вот я бы как раз бы к Николаю Максимовичу отправил бы вас на класс. Вам нужно, мне кажется, позаниматься классикой, станком. Потому что вы когда начинаете... Нет, станок это такой... Это не то, что ты сейчас показываешь. Возьмете меня к станку? Да, вот давайте конкретно. Возьмете вы Ольгу к станку? Можно у вас один урок взять? Кстати, я начала нет, разучивать фуэте. Мы, к сожалению, не отделаемся. И фуэте тут ни при чем. К станку не имеет никакого. Я заранее предупреждаю, фуэте это не конкурсная программа. Ну это... что? Наедине. Ну хоть по ДД нам покажи. Наедине я согласен. Хоть по ДД покажи. Чуть тебе жалко, что ли? Ты знаешь, что такое по ДД? По ДД. Вот. Птица была такая. Переведи потом. Дудо была птица, а не ПДД. Ну да скажи свой шаг. Совет уже. Да скажи так свой все, совет. Все, я досказал. Да, потому что мне не хватает стати. Очень часто у нас плечи ползут наверх. И несмотря на то, что ты делаешь вроде бы такие достаточно сложные движения и потрясающие, на мой взгляд, для человека непрофессионального запоминаешь весь этот текст хореографически, но при этом это вот на меня производит впечатление все равно, пойми меня правильно, самодеятельности. Потому что, с одной стороны, вроде бы
все есть, мы танцуем и хорошо запоминаем хореографию, и хорошо вроде бы координируем. Но танец, он начинается раньше, он начинается со стати, он начинается с твоего ощущения. А, извините, да, пора завязывать? Нет, я думаю, когда же раньше-то? А, когда раньше? Да. Ну, раньше это обычно лет 7-6, но в данном случае, Егор, мне кажется, что понял, школа, у нас что такой основа. Формат передачи. У нас учат не детей танцевать, это не Настя с детьми шахтеров, это здесь взрослые приходят и учатся танцевать. Я не только танцевать. Детей шахтеров могу танцевать, учить. Хорошо. И танцевать для них. Ну, хорошо, все, поговорите. Послушай, закончили, человека закончили. Очень... Работа хорошая. Да. Танцевали много. Выучено много. Спасибо вам. Это Ура! Был Пасадобль. Это был Пасадобль. Замечательно двигались. Вся площадка была охвачена. Действительно, поработайте над корпусом. Поработайте над стилем. Над стилем поработайте над нутром этого танца. И любого, который вы будете в дальнейшем танцевать. Знали, как я работаю. Ну вот мы и видим, что вы работаете. Мы видим как раз, что вы работаете. А вы поймите, в чем там душа, в чем дело, да? Нет, твою работу очень видно. Я вы много раз, сделали, да? Да, очень. В прошлый раз тебе говорил, ты ставишь действительно большие задачи, ты идешь семимильными шагами, ты опережаешь действительно всех. Одна есть тяжелая вещь. Когда ты на что-то замахнулась, ты это должна доделать. Вот и все. Дело в том, что Андрей профессиональный танцовщик. Хочешь, не хочешь, он выходит на паркет, и у него все те годы тренировок, которые были до этого, они включаются, потому что это профессия. И он начинает это делать первоклассно. Вот посмотри, любой танец, который ты дальше будешь учить, ты должна посмотреть, как у него двигается корпус. Вот не так, как у Максима, так не надо, это дом 2. А то, как надо совсем другое. Для танцев. Никто ничего и, не видел. Что приятно, что ты... ты знаешь, я заметил такую у нас как бы закономерность в нашей программе. Тот, кто со мной сначала сцепляется, не в такой позе, тот обычно, как сказать, доходит до конца и побеждает. Ты начала красиво, потому и тренируешься очень уверенно. Пожалуйста, просто... Раз ты замахнулась на такую цепатеаду, значит, ты ее должна сделать в потрясающем ритме. Ты ритм сбивала, послушай, на записи. Я что... знаю. Вуаля. Ты упала, он тебя подхватил мастерски. Ты очень красиво из этого вышла, поверь, мы все здесь увидели, что ты упала. Но ты, в тебе есть артистка, пока еще маленькая. Но она есть. Это значит, что она может вырасти. Сразу все не бывает просто. Вот и все. Если кто-то сцепляется с Николаем Максимовичем в начале, даже маленькая актриса, она доходит до конца в конце и побеждает. Я да! Вкратце. Наконец-то. Оценка от Егора Дружинина. 7. Анастасия Волочкова. 8. Елена Чайковская. 8. Николай Максимович. 8. 31 балл! Итак, Ольга Бузова ликует, но это не значит, что она не ждет ваших смс-ок. Они с Андреем ждут вашей поддержки. Итак, номер 8 на короткий номер 1075. Вот